можете разговаривать на инопланетном. Да, я говорю, да. Поговорите с нами. Солдаты, приветствуем вас в этом светлом пространстве, и мы рады, что вы затронули эту тему. С вами сегодня юпитерианская цивилизация, и Иринины кураторы тоже здесь, цивилизация Орион здесь, Сириус, Андромеда. И большое количество совета душ присутствует здесь. Друзья, рад всех приветствовать. Значит, некоторое время назад я задумался о том, что у нас с вами как-то мы забросили, я, наверное, больше, забросил информационный раздел. Информационный раздел какого плана? О тех нормативных документах, которые выходят. И, как знаете, как сказка, да, и только я об этом подумал, попадается мне на глаза удивительнейший документ, которого ждали уже давно определенные категории лиц. Да, ну в том числе и я ждал это, мне поясню почему. А документ этот называется приказ МВД номер 264. Что это за приказ? Значит, 664 приказ от августа 2017 года ушел вслед за 185 приказом, упразднен. И вот этот вот удивительный приказ 264 пришел на смену приказа 664. Но переживать здесь нужно только одной категории. Я их называю адские гуманоиды. Можно по-разному их называть. Назовем их ласково адские гуманоиды. Поясню, кто это позже. Значит, и переживать всего лишь по одному пункту. Я не буду тоже здесь его зачитывать. Весь этот приказ. Есть много тут нюансов. Не буду там выйти из машины, не выйти из машины. Вот меня больше всего этот пункт волнует. А пункт какой? Здесь несколько разделов. Один из них называется «Остановка транспортного средства». И вот давайте к нему перейдем. Прям сразу с 47-го пункта здесь начинается. И значит, что здесь пишут? В целях выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудник имеет право произвести остановку транспортного средства. И пошли 47.1, 47.2, 47.3. Нас интересует пункт 47.3. В частности, для чего? Для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз. Соблюдение времени управления транспортным средством, тахограф там и так далее, режим труда отдыха и так далее и тому подобное. То есть теперь, наконец-то посмотрели, что происходит в стране в целом. И сделали так, как, на мой взгляд, по моему мнению, давно пора надо было сделать. Почему? Объясню. Значит, в 2010 или 2011 году, могу ошибаться, когда мы в телефонах смотрели ролики удивительные, как беседуют граждане соседнего государства, с которым у нас сейчас конфликт, с сотрудниками ДПС, да, и смотрели, честно сказать, и ужасались. Ужасались не только мы, еще действующие сотрудники, но и те люди, которые, вменяемые люди, которые граждане законопослушные, смотрели и говорят, ну как так можно? Ну что, трудно показать документы и поехать? И вот, поверьте мне, я сказал, подождите пару лет, все это будет у нас. Подождали пару лет, и действительно все это у нас. Один адский гуманоид прочитал этот 106 пункт, основания для проверки документов, и погнал. Провокаторы по всей России и так далее. Но опять же, провокаторы, да, действительно провокаторы, действительно сопляки в основном этим занимаются. Вот, но, опять же, отдать должное, государство на тот момент позволяло им так себя вести. И, может быть, отчасти там, да, не то чтобы вина, но вина государства и вот этих законодателей удивительных там есть. Сначала причина только на стацпосту останавливают транспортные средства, только на стацпосту. В то же время, как стацпосты по всей России взяли и порезали так, сократили, новые здания стоят, мы поехали еще действующими сотрудниками в Ульяновск. Посмотрите, новые здания после Тамбовки, Пензенская область.
Ну, новые только поставили здания, все они закрыты, посты ДПС все закрыты. Смысл было? Ну, тем не менее. Но только на соцпостах останавливают, проверять документы. Потом людям залили вот этот 664-й приказ 17-го года. Все вроде разрешили останавливать для проверки документов. Но основания, 4 основания, извините, будьте добры. И опять, естественно, кто пограмотнее поначалу почитал, распространил, и пошли все подряд основания эти спрашивать. И инспектор вынужден был на дороге стоять, вилять, выдумывать что-то, придумывать. И, как правило, всегда он виноват оказывался. А вот эти виляния все, естественно, снимались на телефон и выкладывались потом в YouTube. И потом очень было интересно смотреть таким же гуманоидом адским. Он выложил один, 50 тысяч таких же ослов на него подписались. И ага, давай троллить этого инспектора. Либо по личному составу там провели проверку, наказали, выговор влепили ему за то, что не знает нормативную базу, который, а как он должен стоять работать на трассе, не останавливая машины, или как прилепить-то к этим основаниям. Какие-то анаконды вот эти нескончаемые лепили, покажите анаконды. Вот, пожалуйста, господа, 47-1. Так что гуманоиды адские, поправьте меня, если я не прав. А вы же сейчас начнете писать в комментариях, посмотрим, сколько вас много, много, вот. Теперь будьте любезны, вынь да положь. Друзья, я еще раз, чтобы не затягивать здесь, скажу так. Я сторонник вот этого пункта, вновь введенного, да? Не только потому, что я бывший сотрудник ГИБДД. Не только потому. А плюс еще потому, что, например, вот все мои родственники, близкие родственники, они не являются сотрудниками полиции, вот, в совершенно других сферах. И ни один из них, у него даже в голову не придет при остановке, знаете, потребовать какие-то основания. Если у меня все в порядке, я всегда повторяю. Я остановил меня инспектор, улыбнулся, там, поржал, пару вопросов там задал ему, таких жизненных, пока в процессе передачи документов. Посмотрел он, счастливого пути, пожелал мне удачи, я поехал. А вот это когда я чувствую за собой, что у меня все в порядке. А когда я чувствую, что что-то не так... Или мне он, например, никто ни разу не сказал, я много сейчас проехал областей, и ни по одному разу, и сколько остановлен, ни один мне не сказал, я даже удостоверение не показываю пенсионное никогда, ни один не сказал, пойди там, пописай в стакан, да? Так если я в себе уверен, я пописать могу только в карман, опять же, этому инспектору. Ну, вы поняли, да? Если я уверен в себе, мне таких вопросов не задают. Вот. А если там даже зададут, может, давленец, не давленец, скажешь, давленец. Вот. То есть, ну вы понимаете, о чем я. У меня нету, когда меня, моих близких там, или таких людей, которые законопослушны, когда останавливают, он показал документы и поехал. И попробуй ты меня разведи. Вот гаишники там разводят. Ну попробуй ты меня, если я ничего не нарушил, ну разведи. Вы, грамотеи, которые 106 пункт очень сильно, очень изучили хорошо, покажите, как вы теперь будете действовать. Покажите, что, как и что, и будьте уверены в себе теперь. Будьте уверены в себе. У вас теперь только одна надежда на себя. Вот. Контент, как говорится, теперь все исчерпан, не получится. Так вот, обидно просто было видеть вот эти вот ролики, вот эти сюжеты, даже адвокаты там какие-то, вот эти мистеры там всякие, не буду рекламировать канал. Все на этом, вы знаете, проще всего набрать аудиторию на негативе, и на негативе особенно к нашей полиции, да? Сейчас поехать, взять телефон и снять гаишника, сразу 1005 подпишется сразу на канал прилипнет. Но у всех разные цели, у всех разные задачи. Друзья, я хотел сегодня коротеньким сюжетом проинформировать вас о том, что все-таки даже вас, уважаемые адские гуманоиды, что вышел новый приказ, дабы не попасть вам впросак, дабы не попасть вам и не уехать по 19.3 законно, по 19.3 по части 1 КОАП РФ, посмотрите, откройте в консультанте 264 приказ, он от какого? От 2 мая 2023 года, посмотрите, изучите, почитайте, может быть я что-то упустил, напишите в комментариях, но ждем, сколько у вас гуманоиды, пишите, где вы увидите, на какой платформе это, пишите, будем рады посмотреть на вас. Еще раз повторюсь, я не то чтобы злорадствую, Я наконец-то, не прошло и 13 лет, и вышел вот этот удивительный документ, да, после того, как обсуждали, что будет у нас в стране, когда и произошло у нас в стране, вот эти видеоролики, вот эти сование камер, отвлекание инспекторов, вези что хочешь, пока вот с этим сопляком он стоит там, снимается на YouTube, рассказывает им приказы, законы и выдумывает разные мероприятия, которые нужно
проводить, дабы проверить у них документы и уж пинками под зад дать. Мимо проехало 5, 10, 20, 30 человек. С чем они проехали? Да кто его знает. Остановил он их, не остановил, по одной простой причине. Нет, вы сами, господа, я понимаю, что сейчас ни на что не повлияю вот этими словами, но вы сами не даете работать сотрудникам полиции. Патрулить инспектора, ну, я понимаю отношение, естественно, я понимаю отношение населения, большинства населения к сотрудникам полиции, но еще раз повторюсь, старшее поколение и вменяемые люди, да даже и сейчас не только старшее поколение, вменяемые люди, остановили, показали, и если все в порядке, счастливого пути вам инспектор пожелал, и вы поехали дальше. Он также обязан вам представиться, попросить предъявить документы, причину остановки назвать, все то же самое осталось. Но теперь вот этих вот чудесных, расчудесных оснований, которые взаимоисключающим, и помните, поясняли, и есть решение суда Верховного, номер такой-то, все там распечатали инспектора, все это решение Верховного суда, на дороге его снимают, он это решение сует, показывает, он, да мне пофигу твое решение, вот у тебя приказ и так далее и тому подобное. Здесь, опять же, идет ссылка сразу на тот документ, на который надо ссылаться, по поводу, значит, вот сноска идет первая, 47-й пункт, да, еще раз зачитаю. В целях выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудник имеет право произвести остановку транспортного средства. И вторая сносочка здесь идет, отсылает, значит, федеральному закону номер 3 о полиции. Где тут он был? Я сейчас сноску просто здесь не могу найти. Значит, ну, они ниже, наверное, в консультанте, тем не менее, ну, да. То есть, статья какая там, 13-я, да, пункт 20, статья 13, там, могу ошибаться. А, пункт 2, части 1, статьи 13, пункт 2, части 1, статьи 13, федеральный закон о полиции. Вот туда и отсылают. Есть закон о полиции, отсюда и надо плясать, не надо выдумывать в приказах какие-то дополнительные основания. Правозащитники, не правозащитники. Вы, господа законотворцы и приказодумцы, скажем, назову так, прежде чем что-то выпустить, вот вы... Люди, не державшие, не работавшие на дороге, что-то там выдумывают. Вот, пожалуйста, что вы воплотили в жизнь с этим, не только 664-м, давайте, его уж последний он был, да, до этого, с 17-го года, вот эти вот удивительные сюжеты. Откройте, посмотрите, наберите инспектор ДПС, как остановил, и пункт, и все так далее, там подумаю. Я надеюсь, что теперь это прекратится. Я надеюсь, конечно, найдут там дополнительные какие-то сейчас... причины и так далее, за что там инспектора патрулить. Но, тем не менее, больше уже полномочий у сотрудников ГИБДД, у инспекторов ДПС. Поэтому я считаю момент положительный. Законопослушные граждане и водители, я думаю, напишите тоже в комментариях, как вы считаете, положительный или неположительный. Пора ли по заднице дать вот этим адским демонам и гуманоидам, по соплям, как говорится, надавать, вот, ну, в законном плане, я имею в виду, вот этим вот приказом. Вот, поэтому, друзья, вот такой вот информационный небольшой блок, сюжетик. Все, заканчиваю. До новых встреч. Всем мира, добра, удачи, тепла. Отстаивайте свои права. Всех благ, друзья, всех благ.